Картечка двойная. Дубинатором. По голове. Ух ты. На, что ты прыгаешь тут? На, на. Ух ты, дубинки хорошо отнимает. Мои новые дубиночки. Все, игла. Все, игла. Это уже бесполезное дергание у тебя. Всем привет, ребята. Вы на канале Cool Games. И мы продолжаем играть в очень крутую игру про бои с тенью Shadow Fight 2. Ребят, у нас появилась дуэль в прошлой серии. Мы в нее ни разу так и не играли. Давайте-ка сейчас сразу и начнем с дуэли. Итак, дуэль. Случайно выбранное снаряжение. Так, случайно выбранное снаряжение. И сложность нормальная. Ну что, отправляемся в бой, попробуем. С кем нам тут придется сразиться-то? Ниндзя, какой-то ниндзя. Тоже Сай у него, как и у меня. Ладно, давайте попробуем сразу с подсечки начать. Ух ты, ничего себе. А, да, все нормально. Я думал, уже он мне подсечку эту заблокировал. Тише, тише. Да, ух ты. Ой-ой-ой. Эй, чувачок, аккуратней. Я же тоже могу уколоть. Так, так, так. Ничего себе, ребят, как вот мне научиться так делать? Как он, как они вот делают? Ага. Такую сальтуху назад ногами ударять. Эй, что ты такой сильный? Да ну, ничего себе, ребят. Какой-то он слишком... А вот так, я его подловил. Ну-ка, давай, давай, не отпускаем. Ничего себе. Чего он так дерется-то? Ладно, давайте не будем отпускать его. На, нога, все? Фух, да, он меня чуть не победил. Ладно. Так, что мы ему сделаем сразу? Откатимся. И вот такие подсечки. Так, начинает он колоть своими сайями. Эй, что ты топчешь меня? Давай, опа, потерял свои саи, теперь прощай. Что ты без сай можешь этих сделать, а? Ох ты, можешь ногой, да, сделать такую штуку? Ну ладно. А я вот так могу ногой. Иди, ух ты, подловил меня опять. Бросок сделал, ничего себе, отнял так много. Ладно, все, ребят, будем колоть, значит. У него нет оружия, у меня есть. Вот такую сальтушку хотел сделать, не получилось. Тише, тише. Ребят, да нечестно, что это такое? Сейчас он меня еще и победит, может? Так, бросочек не хотел? Получай. Ух ты, это я получил. Что ты мне такое сделал, интересно? На, с разворота. Что? Иди сюда. Давай к подсечечку двойную. Ух ты, ух ты. На, ух, ничего себе, ребят, он меня победил. И без оружия. Вот это да. Ладно, давайте опять с подсечки начнем. Получай. Иди сюда. Кольнул, кольнул. Бросок. Ага, не ожидал такого. Давай, я тоже ногой умею бить. На, ох, хорошо пошло. Еще, давай. А, в голову не попал. Хотел бы в голову, конечно. Комбо, комбо 4, комбо 5 нужно. Не получилось. Ух ты, он мне в голову всадил саей. Да, это было очень больно, ребята. Ладно. Давай. Мне бы в голову ему так всадить. Давай. На. Добиваем, добиваем. Бросочек через плечо. Все. Все, ниндзя, спи. Спи спокойно. Так, ребят, мы дуэль победили, прошли. Эту дуэль, конечно, тяжеловато было. Так, и следующая дуэль только через 4 часа. Так, ребят, у нас есть 1000. Кстати, да, я вот немножко здесь поулучшал свое снаряжение, все. Старая кожаная куртка, смотрите, у меня уже почти все улучшено. Так, что у нас тут еще? Шлем. Где этот шлем? А, маска, маска Кенда, да? Тоже почти улучшена. И саи мои я тоже немножко прокачал. Так, вот они. Тоже почти все на лучшем стоит. Так, ребята, что? Давайте турнир тогда. Давайте турнир. А потом попробуем еще сразиться с телохранителем. Так, железный, железный. Вроде мы с тобой уже сражались-то, железный. Помню, был ты не совсем как и железный. Как деревянный был. Но посмотрим, какой ты сейчас будешь. Подсечечка. Ну что, иди сюда. Железячка. Иди сюда, железяка. Так, ничего себе. Эй, ничего себе. Ты что, стал все-таки на самом деле железным, может? Ну, не знаю пока еще. На, в голову нет. На.
Ну да, уже такой немножко, конечно, посерьезней. Ух ты, разогнулся-то как! Своими кастетами. Ловим. Не получилось? На! Вставай, вставай, железяка! На! Все. Нет, наверное, ты не стал железным, все-таки ты деревянный какой-то остался. Так, что тут? Отсечка? Ты что, забыл? Два блока поставил. Иди сюда. На! Колем, колем! Нога! Нога! Комбо! Критикал! Еще вставай ты, что ты лежишь! Критикал еще! Ой, не, какой тебе железный! Пластмассина кусок! Не, гляньте, сдачу дает! Ух ты, тише, тише! Разозлился, да, железный наш? Ну ладно. Я и так злой. Получай. Чуть-чуть осталось. А, все. Нет, все-таки он деревянный, ребят. Все-таки он не железный. Деньжата, отлично. Так, неплохо ты получил новый уровень, 4-й. Вот это да. Так, давайте профиль посмотрим на что-то. Новое умение. Какое умение у нас? Так, можно выбрать или вот это. Или что? А, это и так изучено уже. Змею. Нет, просто новое. Так, вверх и... Так, давайте посмотрим. Вверх и ногой два раза ударяем. Так, посмотреть. Посмотрим, ну-ка давайте. Ух ты, ничего себе, вертуханчик такой теперь можем делать. Так, а что мне тут показано, все уже? Да, все, посмотрели. Давайте, вот у нас новое оружие, теперь можно будет купить. Итак, меч-ниндзя. Меч-ниндзя, да его так просто не купить. Он только за кристаллики, хорошо. Эти что за палки такие? Стальные дубинки. Так, у них 55 удар. Хорошо, мои саи сейчас 48. Ну что, давайте возьмем дубинки. Купить. Так, крутые дубиночки. Может когда-нибудь меч взять? Нужно так кристалликов много. Ладно, что у нас еще здесь имеется? Здесь все посмотрели. Вау! Кираса ярости! Ничего себе! Она тоже за кристаллики только. Может еще какое-то умение дает? Да, ребята, ничего себе, она еще умение дает. Неистовство. Шанс на повышение урона на 150% в течение 5 секунд после получения удара. Это шанс зависит от силы свойства. Вот это да. Так, ладно, а за деньги что мы можем купить? Нагрудник кендо. Так, и вот наша старая кожаная куртка. Да, она даже послабее, чем этот нагрудник, хоть мы ее прокачали. Ну и шлем какой там у нас есть. Как будто солдата. Так, ну мы ничего не можем купить, денег у нас пока не хватает. Ладно, ребята, отправляемся. Я не знаю, что мы будем делать. Собирать деньги или попробуем сразиться с кем-нибудь. Телохранитель, легко стоит сложность. Давайте попробуем с нашими дубинками. Так, кто там у нас? А, вот это. Вот это, как ее там зовут? Игла, да. Которая я не мог вообще в прошлой серии, вообще не отнималась ничего. Ну ладно, подсечки, как ты отражаешь? Ну ладно, ладно, дубиной как, по голове не хотела? Ух ты, да, все равно она, не скажу я, что она легенькая. Но дубинки же тоже свое дело делают. И ноги. Ух ты, подловила меня. Ребята, эх ты, что ты так разогналась? Дубиной, по голове! Давай, дубина! Бьем-бьем-бьем! Вставай, игла! Ой-ой-ой, больно было. Ух ты, колешь своими саями. Ребята, как-то мне дубиной по голове и дать. Критикал! На! Ложись, отдыхай! Да, с ноги, все, игла! Вот это дубинатор, я понимаю. Ну, у нас еще один бой. Нога, 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 подсечка. Ах, я даже не попробовал еще новую фишечку. Ну ладно, бросок. Я уже забыл, как там, вверх и удар ногой, наверное. Ух ты, сзади, так нечестно. Что ты там прыгаешь, я уже на полу пока лежал. Нога, на, дубина, по голове дубину. На, дубиной, дубиной, дубиной. Давай, дубиночка. Тише, ну-ка, удар ногой. Подсечка двойная. Дубинатором. По голове! Ух ты! На! Что ты прыгаешь тут? На! На! Ух ты, дубинки хорошо отнимает. Мои новые дубиночки. Все, игла. Все, игла. Это уже бесполезное дергание у тебя. На! Так, еще чуть-чуть осталось. Ну, гляньте-ка, сразу еще сопротивляется. Все, бесполезное сопротивление.
Так, 830 медалей сразу, отлично, ребят. Окей. Трех телохранителей в Руси мы уже победили. Я повержена? Нет, это невероятно. Орден не потерпит подобной наглости. Тебя найдут и покарают, тень. Да ладно, не боимся мы. Все, и опять становится следующий невозможно уже уровень. Следующий телохранитель. Поэтому даже бесполезно сражаться, ребят. Что мы сделаем? У нас есть немного деньжат. Давайте прикупим еще что-нибудь себе. Из нового снаряжения. Так, маска. Вот я не знаю, что-то лучше. Так, кабуту эту купить. Или давайте лучше мы купим... Где-то здесь было это новое. Вот, нагрудник. Давайте-ка нагрудник возьмем. Отличненько. Так, теперь у нас маска Кенда и нагрудник Кенда тоже. И можем сейчас с кем-нибудь сразиться еще. Давайте турнир. Легко, уровень, погнали. Кто тут у нас следующий? Опачки, бархат. Да вроде сражались с бархатом. Ну ладно, бархат. Придется тебя еще раз победить. Отечечка. Дубинаторы. Эй, эй, дубинка по голове и все. И спать. Что, какие блоки? Какие блоки? Все, бархат, все. Сопротивление бесполезно. Что ты еще полишь? Эй, ничего себе. Ладно, я тоже так сделаю и все. Отдохни. Быстрый бой, бархат. Ладненько. Потечка еще. Давай. Так, кстати, как ты там? Ну-ка, давайте. Вот этот вертуханчик свой хочу попробовать. Новый удар. Как он там делается? Ух ты. Ладно, бархат. Ух ты, критикал, ничего себе. Критический ударчик сделала. Ладно, я тебе это не прощу. Ух ты, вот я такую хочу научиться. Блядь, как я ей всадил по голове. Вот это должно вылетело все. Все, просто добиваем, избивание. И бросок. Все, бархат, прости. Я не хотел так жестоко, но это жизнь. Дальше, что там, кто там? Кто там дальше, смелый? Мэй. Местный оружейник предлагает купить оружие по особой цене. Ну покажи, какое оружие. Так. Ага. Ну это нужны бриллиантики эти. У меня их нету, поэтому, ребята, возможно, я их когда-нибудь приобрету, и мы купим этот крутой меч ниндзя. А пока что... Так, ты уверен, если ты идешь в это приложение? Так, уйти. Потом мы его купим когда-нибудь. А пока что мы продолжаем турнир. Кто ты такой? Разбойник. Эй, соловей, разбойник, что ли? Сейчас посмотрим. Ничего себе у него шляпа, ребята. Вот это шляпа. Я себе тоже, кстати, такой хочу шляпу. Но у нас за бриллиантики только. Бросок. Ух ты. Эй, разбойник. Ты и правда какой-то разбойник. Ладно, я тебя тоже бросил. Дубинатором по башке. Давай, давай, дубиночка. Давай. Ух ты. А у него тоже какие-то дубинки? Так, он меня споймал. Ладно, а я ему по башке дал. Так, он мне бросочек взял. На, дубиночка. На, ой, эй, тише. На, на. Все, отдыхай, разбойник. Да, разбойничек ты, конечно. Ладно, подсечку. Лови подсечку сразу, двойную. Не ожидал, конечно, не ожидал. А кто тебе скажет, что я буду делать? Так, мне нужно вот эту фишечку хочу сделать. Ребят. Ох, не получилось. А так бы с разворота с вертуханчика дал бы ему по зубам. Так, как-то она делается еще раз. Вот она. Да что-то она не очень-то работает. Новая фишка моя. Вот она. Вот она. Или это не это? Не совсем такая, но ладно, нормально тоже. Давай, иди. На, критикал. Ох ты, зубы вынес ему, ребята. Ладно, добиваем. Ух ты, ты мне дал по голове так. Больно было. На, с колена и все. Все, шапка тебе не помогла твоя. Шапка-зонтик у него, ребят. Так, окей. Что там у нас дальше? Ну что, давайте еще турнир попробуем дальше. Погнали. Кто следующий? Жало, жало уже было и не раз вроде бы. Может, это какой-то другой уже жало. Ладно. Нога. Не получилось? Эх ты, жало, ничего себе. Эй, да, это какая-то крутая жало уже слишком. Ну ладно,
Я тебя бросил немножко жало, прости. Дубинатор. А вот такой вертуханчик не хотел, неожиданно, да? Ух ты, она тоже вертушки делает неплохо. Ладно, потечка. А теперь я потечку. На. О, не получилось. На. Получай жало. Ух, хорошо, хорошо, жало. Так, тоже неплохо, да? Эй! Эй, жало! Получай, получай! Ребята! Нет, не смог. Фух. Почти, почти. Ладно, второй раунд. Давай, давай, нога, нога, нога. На, получай. Ух ты, бросочек. Что ты сразу своими ногами? Так. Ничего себе, как ты меня еще ударить смогла. Получай, дубиной, дубиной. Ловим. Дубина, дубина, дубина. Бьем, бьем, бьем. Фух. На. Давай еще, еще, еще. Есть, комбо. 4. Пятую комбо. Ух, поймала меня. На, свертухана. На, добил. Есть, ребят. Пока что по ровну 1-1. Решающий раунд. Жало или тень? Посмотрим. Так, уже убежала. Ух, по ноге хорошенько мне заехала. Ладно. Получай дубинатора по голове. Ух, нет. Тише, на, нога. Потечка двойная. Дубина. Так, ладно. А вот так не хотела? Ничего себе, ребята. На, еще удар. Ну что, иди сюда, иди. Крадется, крадется, ребятки. Да что? Иди сюда. На, критикал. Нагоняем ее. Ладно. Ох, подловила меня. Ничего себе, разогналась, ребят. Что, добьет меня сейчас еще? Иди отсюда. Разогналась, ребята. Ай, нет, чуть-чуть не хватило. Да, но это я поддался уже в конце. Итак, что мы имеем? Так, ну что, 803 у меня. Есть монетки, что, можем купить что-нибудь еще? Так, это меч, этот шлем сколько стоит? 710, да, давайте купим шлем. Покупаем. Как будто солдата. Так. Ну что, ребят, давайте еще раз сразимся. Так, рысь какой? Невозможно пока что. Ну давайте еще в турнире сразимся. Так, восполним. Так, ты можешь... А, ребят, у меня не хватает кристалликов. Не хватает у меня кристалликов. Так что энергия пусть восполняется. А мы на сегодня на этом будем заканчивать. Если вам понравилось, ребятки, обязательно пальцы вверх поставьте. Подпишитесь на канал, кто еще не подписался. И до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.